ли своя платформа общения, так, то, пожалуйста, поделитесь ссылками на этот сервер или на эту платформу, да? Messenger. В Teamwork просто закидывайте. Кто? Багира, да, там в этом по биллинг-боксу главное. Да, у нас есть, она этот в Teamwork закинула, и вот в Zoom кидали, она везде есть ссылки, там есть на наш сервер. Мы еще раз можем кинуть. Там Нет, есть. просто в Teamwork нету. А, вот. Есть, есть, Да, вот. и когда этот, так, Багира, нужно ей доступ дать. И у нее еще эту ссылку тоже кидала, присоединяйтесь всех на эту ссылку на сервер. Да, хорошо, ладно, я тогда пропустила этот момент, извиняюсь. Все, есть какие-нибудь вопросы еще? Психология имени бренд тут поинча и пергенсте. А, да, кстати, брендбук Буинча, там сегодня я у девочек некоторых нашла проблемы, некоторые, почему они не могут присоединиться, да, давайте я вам покажу на примере, да. Там были вопросы, что кто-то не может найти у себя на Notion, открыть этот брендбук и так далее. Вот, допустим, здесь есть общая база брендбук, да? Мисалым, но PMDN, вам, Анара Акинканова или все модераторы, которые ответственны за это направление, они будут высылать вам приглашение. Как вам, как она, в каком виде она приходит приглашение, да? Допустим, вот сейчас я создам здесь одно приглашение, покажу, как это все подключить у себя на Notion, да? Здесь я просто наложу цикл и отправлю приглашение, да? Отправлю приглашение. Я отправила себе приглашение, соответственно, захожу в свой Notion. Вот сюда, да? И у меня вот тут в апдейтсах появится сообщение, да? Вот, Сайкал Димрат invited you to Сайкал. Вы просто, как только появляете это уведомление, появляется уведомление в вашем, на вашей страничке, вы просто кликаете именно на имя, на то имя, которое указано вот во втором пункте, да, после слова to. Кликайте его, и у вас появляется вот вчера брендбук Student Cycle, да, потом эту страничку вы себе ставите как favorites. Вот видите, звездочку ставите. Как только вы ее поставите, ее favorites, у вас вот тут появится в боковом окне, это панели инструментов, у вас появится вот favorites страничка. То есть в будущем, когда вы будете заходить на свой аккаунт, у вас обязательно будет показан ваш аккаунт личный, и плюс у вас будет показывать аккаунт Guild's Notion. Допустим, если у вас на своей личной страничке, вы здесь свои странички создаете и все такое, да? А если вы хотите перейти на свой брендбук, вы кликаете на страничку Guild's Notion, и у вас потом здесь появляется вот та страничка, с которой вами поделились модераторы.
Как мы заполняем этот брендбук? То есть здесь у вас уже будет какой-то определенный номер в Дискорде, это будет заполнено самими же модераторами, а вот где property, homework 1, homework 2, homework 3, вы сюда заполняете свои эти ссылки. Как ее сюда подключаете? Просто нажимаете сюда, и у вас появится вот такое активное окошко, где будет вот так мигать курсор мыши. И сюда вы подключаете домашнее задание, ссылку на домашнее задание по конкретному заданию. Да? Допустим, если первое задание homework идет, вы сюда подключаете, все, больше ничего не делаете. Ой, извиняюсь, здесь ссылка очень длинная, прежде чем ее сюда подключить, вы просто вот заходите, по хлебной крошке проходите, вчера в брендбук заходите. Здесь есть у вас сокращатель ссылок. Вот он, да, вот сюда переходите, сюда оставляете ссылку, сокращаете, у вас вот тут появится сокращенная ссылка вашей странички, ее копируете, заходите в свой брендбук, в брендбуке вы, у вас брендбук не откроется, вы просто в брендбуке Open через Notion сделаете опять. Когда открываете через Notion, у вас сразу перекинет на вашу же страничку в брендбуке. Вы сюда просто ее вставляете, и все. Вы можете также этот сокращатель ссылок скопировать, Ctrl-Copy, и поставить на личную страничку своего брендбука, да, сюда, чтобы вам было удобно. Здесь есть вот эти property, они созданы для того, чтобы человек захотел и просматривал вашу страничку и оставлял комментарий. Да? То есть тот человек, который хочет оценить вашу работу и оставлять комментарий, он просто проходит по определенному заданию, допустим, по заданию Homework 1, и заходит туда, просматривает вашу работу и там в конце оставляет замечания, да, свои комментарии. Допустим, сейчас я вам не смогу показать, потому что здесь идет другой сайт. Я вам покажу на примере, допустим, своей странички, да? Вот, допустим, у меня есть своя страничка. Вот, да, допустим, вот эта страничка. Это мое домашнее задание. Я его копирую. Копи-линк делаю. Иду на сокращатель. Вставляю сюда. Сокращаю. Вот она моя ссылка. Потом захожу в свой брендбук. Подключаю его. Редактирую. И все. И кто-то заходит на эту мою страничку и хочет оставить комментарий, да? Он просто заходит, проходит по ссылке, просматривает работы и здесь оставляет комментарии, допустим, там у вас какие-то проблемы и так далее, да? Или свой фидбэк, или свою оценку. Второе задание, вторая опция, то есть вы можете просто вот тут создать таблицу. Обычно она уже должна быть создана в этой страничке, но я вам просто покажу ее. Здесь создаете таблицу, здесь описываете, что это задание 1. Сюда подключаете ссылку. Так, property меняем на URL. Сюда подключаете ссылку вашу. И плюс, если вы не хотите, чтобы человек напрямую оставлял комментарий к вашему заданию на вашей страничке, вы можете просто вот такую базу создать. Здесь человек проходит по этой страничке, плюс здесь комментирует, да, там по вашей работе есть какие-то замечания, там то-то все, и оставлять ваши фидбэки здесь. Все. У вас есть две опции. Вы можете использовать эту опцию, или вы можете просто-напросто использовать эту опцию. Эта опция удобна чем? Тем, что вы напрямую можете здесь же на каждое задание оставлять свой фидбэк. Потому что в некоторых случаях у некоторых людей на ссылках, когда они переходят по ссылке, то получается очень такая
2-3 работы. У кого-то кто работа создана на Фигме, у кого-то работа создана на Canva, у кого-то работа создана на Miro, да? В таких случаях вы не можете оставлять комментарий на их страничке, поэтому создается вот данная таблица, и в этой таблице конкретно по каждой доске вы можете оставлять, допустим, на Фигме у вас такие-то замечания, на Miro у вас такие-то замечания, или на Canva я не увидела там этих аспектов, этих элементов, этих пунктов и так далее. Вот так потом вы создаете свою базу. Здесь не покажется, сейчас я вам покажу. Это будет общая база, которая потом будет отражать, это как бы будет служить для вас полноценным портфолио, да, то есть если работодатель заинтересуется вашим портфолио, вы можете просто элементарно взять, открыть свою страничку, поделиться своей страничкой, то есть оставить здесь allow comments, allow duplicating and template, просто взять ссылку, поделиться со своим работодателем будущим и показать, что определенные работы были сделаны, здесь были проведены оценки с моими сокурсницами, у меня есть вот такая база данных, то есть не напрасно вы учились на этом курсе, и то есть какие-то у вас навыки, какие-то скиллы у вас есть. Данный брендбук, он создан для всех желающих, то есть здесь могут участвовать те, кто участвует в кросс-чеке, и те, кто не участвует в кросс-чеке. Хотите, можете и там участвовать, хотите, только можете работать по этому брендбуку. Единственное отличие от кросс-чека и брендбука в том, что в брендбуке вас никто не будет оценивать. То есть вы не сможете отслеживать свой рейтинг, но вы можете попросить кого-то оценить вашу работу, дать фидбэк вашей работе. Плюс вы можете проверять работы других участниц, прокачивать свои скиллы, прокачивать свою насмотренность, смотреть, как другие создают, что-то извлекать из работ других участниц. Плюс оставлять свои фидбэки и по желанию, да, если хотите. Если нет, тогда можете просто просматривать, изучать. Да, в общем, это будет полная база всех работ по трем направлениям по проекту Чурак. Понятно, да? Если я понятно объяснила. В общем, работайте, создавайте свое портфолио. Это как бы будет прототипом вашего портфолио, того же самого портфолио, что вы создаете, например, дизайнеры на Behance, на Dribbble или на других платформах. То же самое по SMM, да, если у вас по Инстаграму вы работаете, все ваши работы, все ваши практики, которые вы создаете, у вас будет создана база по вашим работам, по вашим заданиям. То есть это очень хорошая возможность поделиться вашим портфолио с вашими будущими работодателями. Да, менторы будут просматривать, у менторов тоже будет доступ. Если они захотят, они могут проверять ваши работы, они будут оставлять, в том числе модераторы наши есть, они тоже будут проверять, просматривать ваши работы, оставлять свои фидбэки. Я буду заходить временами, когда у меня будет возможность. Олдюбай будет проверять. Ну, в общем, кроме этого, вы можете попросить своих сокурсниц, согруппниц проверить вас, посмотреть, дать фидбэк какой-нибудь, комментарии какие-то, либо или что-то это, что угодно вообще. В общем, здесь никаких ограничений по дедлайнам нету. Здесь нету оценок. Здесь только есть фидбэки, комментарии. И это прекрасная возможность для вас изучить работы других участниц. Чтобы попасть на брендбук, вам нужно заполнить форму. Форма, она находится на Дискорде.
На Дискорде она находится, по-моему, в объявлениях, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрю. И в объявлениях и ссылках, по-моему, мы перекидывали. Сейчас. Вот тут. Challenge. Сервер. Вот, вот эта форма. Форма для регистрации. Дилдес Академия отправляла форму по дизайну, форму по СММ, форму по ПМ. Плюс здесь еще, смотрите, если в кросс-чеке у вас есть ограничение, что только одно направление вы можете отправлять, вы здесь можете прикреплять свои задания и работать по другим направлениям, то есть по другим направлениям тоже. То есть если вы хотите участвовать во всех трех направлениях, вы можете просматривать все видеоролики, все уроки, все вебинары, выполнять задания и плюс оформить форму для регистрации, подключиться к базе всех трех направлений, и по всем трем направлениям вы можете подключать свои ссылки, что для дальнейшей оценки вашими сокурсницами и всеми, кто заинтересован в вашей работе. Она, регистрация на форму, она вот на канале ссылки, плюс на канале объявления, по-моему, есть. Кроме этого, модераторы тоже раскидывали по каждым направлениям, да? Пролистайте просто общий чат, там есть сообщение от модераторов, где они просили заполнить форму регистрации. Как только форму регистрации заполните, вам модераторы вышлют приглашение. Приглашение, как всегда, оно будет выходить. Вот all updates, смотрите, вот в all updates заходите в all updates, и там у вас будет, допустим, вот Анна Ракимканова invited you, и здесь ваше имя, да, нажимаете на это имя, у вас открывается ваша страничка, и здесь вы уже можете работать сами дальше. Окей, всем понятно? Есть вопросы? Сайкалыджи, тогда если нет вопросов, мы можем завершать, потому что сейчас 9 часов, есть еще одна встреча. Да-да. Вас приглашаем на встречу. Наши вот студент из Киличека, его зовут Аман, он будет сегодня выступать, поэтому в 9:00 будет у нас с ним встреча. Да, можете... приходите на встречу, всех приглашаем. Хорошо, Сайхалджи, рахмат сизге. Если есть вопросы, пишите. В общих чатах, по мере возможности, мы, модераторы, будем отвечать. Я калдже, менде бир видео бар или азовчика алдык или мультиктечи, Шректе. Ошо, ну, кайсы немеде көргөстөн болот, примерно? Демодейде көрсөтөйүн атпы? Ай, демодейде көргөсөп койсом болот, эмеле. Демодейде бир күн... Демодейден ошо көрсөтсөңүз болот, бул демодейге жетип калдыңыз го уже. Негизи жок болчу негедир. Болуп кетти го. Хорошо, анда следующий воскресенье получается. Кийинки демодейлерде көрсөтсөңүз болот, анан тышкары бизде креш курс боюнча эртең бүрсү күнү жарыя илинет озвучка боюнча. Ошол озвучка конкурсуна катышсаңыз болот. Хорошо. Бирок бул сабактан сырткары эже немеге тиешеси жок да, берки азвучкаларгачы өзүбүз эле азвучкага койдук. Любой демодей бүткөндөн кийин, официальный части бүткөндөн кийин бизде обычно да, утра сидим. Хорошо, рахмат эже. Всем рахмат. Все, рахмат всем. Ждем вас на встрече тогда. И те, кто работает в команде с Багирой, удачи вам, ребят. Очень надеюсь, что на следующий ДМД у вас уже определенный прототип какой-то сформируется. Все материалы касательно информационной архитектуры, все линки, которые я обещала, я скину попозже на канал Teamwork. Хорошо? Для изучения. Всем спасибо.